Здравствуйте! На сегодня я для вас приготовил деку высокого класса от компании Sony, модель TCK-670. В январе 1993 года данная дека стала победительницей теста среди одноклассных дек, проводимым аудиофильским журналом «Стерео». Данная дека производилась в 1992-1994 годах, имеет три головки, три мотора, два тонвала, может воспроизводить частотный диапазон от 20 до 20 тысяч Гц, имеет очень низкий коэффициент искажений 0,4%, имеется на борту калибровка не только тока подмагничивания, но и уровня записи. В деке имеется функция поиск по паузам, функция автоматического включения воспроизведения после обратной перемотки. Имеется счетчик ленты в реальном времени, имеется функция остановки либо воспроизведения по памяти. Как вы видели, имеется моторизованный кассетоприемник, подсветка кассеты, автоматическая подтяжка ленты после установки кассеты и керамический стабилизатор кассеты. Давайте теперь произведем запись на ленту, и так как наша дека со сквозным каналом, будем сравнивать входящий и уже записанный на ленту сигналы. Сигнал входящий, source. Сигнал записан на ленту, зеленый огонек тейп. Сигнал входящий. Сигнал записанный на ленту. Сигнал входящий. И сигнал записанный. Сигнал входящий. И сигнал записанный.
На этом у меня все. Спасибо за внимание.